Первая и единственная в Беларуси организация по профессиональному рестлингу New Belarus Pro Wrestling организовала международное мероприятие, в котором наряду с белорусскими профессиональными бойцами приняли участие приглашенные рестлеры из южной и северной соседки Беларуси. Дружественные нам страны представляли организации, уже известные гомельчанам. Это Лига профессионального рестлинга Российской Федерации и Клуб гладиаторских боев Украины. Особым гостем мероприятия, а также приглашенным судьей, был международный промоутер из Японии Йошиюки Накамура. Как третий матч. Его судить будет, как было озвучено выше, специальный рефери Йошиюки Накамура. В результате договоренности были заключены соглашения о сотрудничестве белорусской и японской организаций, а также ее дочерними подразделениями из Австралии, Шотландии, Новой Зеландии, США, Мексики, Непала, Гонконга и ряда других стран. Согласно договоренности, наша школа профессионального рестлинга имеет право принимать желающих из стран СНГ для повышения квалификации. Майк является действующим обладателем пояса по версии мотоклубочной «Волги». И второй участник белорусской команды «Айсбрейкер». В свою очередь и гомельские рестлеры могут приезжать в вышеперечисленные страны дальнего зарубежья для обмена опытом. Ученики, достигшие определенных успехов, имеют шансы получить работу в организациях рестлинга дальнего зарубежья. Соглашение уже вступило в силу. По итогам прошедшего шоу промоутер Йошиюки Накамура отобрал двух гомельских рестлеров для бесплатной стажировки в Японии. Марики Капрогор в стране восходящего солнца проведут целый месяц.